Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies. Хороший сериал Marvel отличается от средних тем, что в перерыве между сериями о хорошем хочется говорить, думать и обсуждать. А заодно продолжать находить пасхалки, пропущенные после первого просмотра. Локи вышел хорошим сериалом, а значит, поговорить о четвертом эпизоде нужно еще разок. Тем более, что Marvel выпустила трейлер второй половины сезона, в котором засветилось много интересного. А вообще, некоторые кадры из майского трейлера до сих пор не использованы, и там, к примеру, есть экшн-сцена с темнокожей версией Локи, которую мы видели в четвертой серии. В общем, обсудить есть что. Этим мы и займемся в ближайшие пару минут, сразу после ваших оценок серии в комментариях. А мы первым делом сосредоточимся на сцене после титров. Как мы упоминали в разборе серии, там мы увидели 4 новых версии Локи. Классическую, достойную Мьёльнира, молодую и Локи Аллигатора. По словам Тома Хиддлстона, в пятом эпизоде нас ждет настоящее безумие, связанное с ними. И у нас есть четкое подтверждение этим словам. В одном из трейлеров Локи, выходивших до премьеры сериала, на третьей минуте мелькает секундный кадр с темнокожей версией бога обмана. И там он угощает ударом молотка одного из оборванцев. А на заднем плане стоит наш удивленный Локи в своей рубашечке. Очевидно, это кадры из пятой серии. И понятно, почему классический Локи заявил, что погибнуть в этом мире проще простого. Населен он агрессивными оборванцами в стиле идиократии, одного из которых и бьет темный Локи. И барабанная дробь, такие же оборванцы красуются на постерах и кадрах трейлеров с президентом Локи. А значит, нас ждет и еще одна версия персонажа. А ведь впереди Черная Вдова, которая определенно даст не меньше почвы для размышлений и теорий. А еще возможность выиграть мощный игровой ноутбук, брендированный любимым персонажем комикса. Ведь у Acer для вас отличный конкурс. Для участия в нем нужно будет заполнить Google форму в описании под видео и ответить на вопросы от Acer и Marvel, а также подписаться на Instagram аккаунты Predator и Acer. Среди тех, кто правильно ответит на все вопросы и выполнит остальные условия конкурса, компания Acer разыграет 2 ноутбука Aspire 7 с Черной Вдовой. 2 счастливчика получат ноутбуки, ну и для остальных участников подготовлены суперпризы. 5 пар наушников Nitro, 5 комплектов игровых мышек Predator и ковриков. Но и это не все. Среди участников будут разыграны толстовки, футболки, кепки, блокноты, рюкзаки и плакаты от Marvel. В общем, конкурс очень годный и определенно достоин участия. Так что переходите по ссылке в описании и участвуйте в розыгрыше супер ноутбуков и бомбического мерча от Acer и Marvel. Это, в свою очередь, подтверждает нашу теорию, что весь этот мир — это мир победившего во Мстителях Локи. Возможно, он и управляет им под видом президента Локи. Ну или президент — это наша версия персонажа, которой предстоит перевоплощение. История мутная, но по трейлеру и сцене после титров одно можно сказать точно. Данный мир очень агрессивный, и все в нем дерутся друг с другом, что, в свою очередь, намекает на весьма популярную теорию Реддита, которая пророчит злодеям шоу не Канга-завоевателя, а кое-кого другого. Ведь в комиксах был парень, главной забавой которого был перенос героев и злодеев в специальный мир, где они сражались друг с другом. Зовут его Потусторонний. И с ним связана та самая сюжетка «Секретных войн» на экранизацию, которой Marvel намекает как может. Если вкратце, Потусторонний — странный парень с черно-белыми понятиями о добре и зле. Он очень силен и пытается понять натуру живых смертных существ. Для этого он и выдернул героев и злодеев в специальный боевой мир, чтобы устроить ультимативную мясорубку. Да, не совсем похоже на то, что рисует сериал о Локи, но сам концепт мира, где все дерутся друг с другом, очень уж схож. Как и то, что Marvel редко копировала комиксы напрямую. Чаще Файги так и поступает, просто взяв концепт и полностью его изменив. В общем, на Западе после сцены после титров очень ждут Потустороннего. Основания для этого есть, но мы относимся к идее скептично, как и к идее появления Канга. Ведь, строго говоря, злодей у нас уже имеется. Это Равонна Ренслейер. Четвертый эпизод не просто выставил ее плохой, он еще и намекнул на комикс. Во флешбеке, где Равонна забирает молодую Сильвию и еще работает обычной охотницей, ее номер А23, что является отсылкой на комикс о Мстителях под 23-м номером, где, собственно, Равонна впервые появилась. Причем не одна, а в качестве подружки Канга-завоевателя. Да, вроде бы хочется однозначно заявить, что главного злодея мы знаем. Но проследить, идите к
Только за аналогией. Когда мы узнали, что Агата злодейка Ванда Вижн, там факт работы Агаты на кого-то оказался очевидным. А в итоге вышло, что действовала Агата сама. Так и здесь напрашивается, что за Равонной кто-то стоит, а сериал может по той же аналогии сделать ее главным и единственным злом. Что, впрочем, не особо клеится. Ведь во флешбеке Равонна была охотницей, то есть сотрудником низкого ранга. А ТВА существовал уже тогда, а значит, кто-то им управлял. Да, скорее всего, ее просто завербовали, и вполне возможно, что тот же Канг. Однако это не значит, что его нужно ждать в пятой серии. Завоеватель заявлен злодеем для Человека-муравья 3, и ни на что большее, чем обычное упоминание, рассчитывать не стоит. Грубо говоря, по нашему скромному мнению, все будет так. ТВА либо разрушат, либо покалечат. Однако все злодейские функции сосредоточат на Равонне или другом помощнике Канга. А самого завоевателя тизернут лишь в конце, и, возможно, даже без появления на экране. В традиционном для Marvel стиле. Хорошая новость в том, что на впечатление от Локи это никак не повлияет. Ведь даже Канг не единственная удочка на будущее. С появлением малыша Локи отрицать факт построения команды Юных Мстителей совсем уж глупо. Ибо в каждом до единого из последних проектов Marvel стабильно представляет по одной-две юных версии. В Ванда Вижн были близнецы, дети Алой Ведьмы. В Соколе и Зимнем Солдате появился внук Исаи Брэдли, Патриот. В Соколином Глазе заявлена Кейт Бишоп от Хейли Стэнфилд. В Докторе Стрэнджа 2 Америка Чавес. У Мисс Марвел вообще свой сериал, да и Кэсси Лэнг из «Человека-муравья» никто не убирал. И скорее наоборот, Марвел провела рекаст актрисы, взяв на роль популярную Кэтрин Ньютон. Обычно такие шаги делают, когда планы на будущее героя серьезные. А в сцене после титров четвертой серии появился еще и малыш Локи. Он является живым намеком на кучу будущих проектов Марвел. Во-первых, юная версия появилась после того, как еще взрослый Локи манипулировал Темными Мстителями, заставив напасть их на Асгард. И так уж вышло, что в процессе сам Локи погиб, однако из-за очередных манипуляций не попал в Хель, а переродился в теле мальчика, потеряв почти все способности, а заодно и злодейскую сущность, являясь добрым парнем. Собственно, чуть позже он и вступил в команду Юных Мстителей, а еще превратил дух старого злого Локи в ворону. Вполне возможно, что сериал изменил ворону на крокодила, и питомцем парня из сцены после титров является злой и заколдованный Локи. Такая вот загогулина, из которой можно точно выдернуть факт, что Юные Мстители — это задумка Кевина Файги на будущее. Иначе бы он не впихивал столько героев команды в каждый божий проект. Ну а что до Локи, вернемся к трейлерам. Есть другие кадры, которых в сериале мы пока не увидели. И очень примечательный корабль, падающий на землю из ниоткуда. По окружающей обстановке похоже, что это тот же мир, куда попал Локи после титров. А эффект появления очень похож на эффект, с которым пропадают люди после прикосновения посохов ребят из ТВА. Это опять же подогревает теории Реддита о потустороннем. Ибо помимо героев и злодеев телепортировал в боевые миры он и оружие, причем без особого разбора. Ну или и вся эта планета — это обычная мусорка-тюрьма для ненужных людей и предметов, во что лично мы верим больше. Также мы все еще не видели пародию на Гарри Поттера от Локи со светящимся мечом. А еще сцену из Асгарда, где Локи сидит на троне. Причем за спиной у него флаги, намекающие, что забрал бог обмана не только свою родину. Возможно, мы увидим ту самую версию, победившую Мстителей. А еще в роликах засветились сразу два космических кадра, один из которых с планетами, а второй с непонятным астероидом. Так что и в космос мы еще успеем заглянуть. Но, пожалуй, и главное — кадры из ТВ-спота, где Мобиус на джипе катится к египетским пирамидам и Сфинксу. Для всех, кто переживал о его смерти, это отличные новости, ведь этих моментов в сериале еще не было. Как не было и кадров Сильвии, стоящей рядом с Локи на пустынной планете. В теории это могут быть отретушированные моменты из третьего эпизода. Но другие кадры из трейлеров, которые мы уже увидели в сериале, Marvel не ретушировала, так что есть основания полагать, что еще на одну планету мы заглянем, а может даже на две. Ведь были кадры с Локи, стоящим неподалеку от развалин корабля, на этот раз уже на зелененькой планете. Хотя опять же похоже на то, что все это одна планета. И что кадры с Мобиусом и пирамидами, что появляющийся корабль, что все версии Локи — это один мир, выступающий своеобразной свалкой для всего, что больше не нужно в таймлайне. А последние кадры трейлера, которых в сериале еще не было, по нашему скромному мнению, являются концовкой. Речь о моментах, где Локи шагает к потресканному храму. Затем его видно внутри, а за спиной у парня уже есть меч, который он применял в одной из прошлых сцен. А что главное, на долю секунды мелькает кадр, где в такой же потресканной обстановке с кем-то дерется и Сильвия. И этот кто-то почти наверняка является человеком, ибо на заднем плане видно книжные полки, камины, вполне гуманоидную такую обстановку.
Учитывая, что пятому эпизоду предстоит объяснить кучу альтернативных версий, показать президента Локи и объяснить этот мир, похоже, что это событие шестого, а значит финального эпизода. И, видимо, здесь будет эпичная битва в стиле Marvel. А с кем именно, это уже вопрос. Как и вопрос хронометража, ибо чисто технически хочется снова заявить, что последние эпизоды точно будут по часу длиной. В конце концов, что Том Хиддлстон, что режиссер заявляли о каких-то 6 часах хронометража. И даже срезав телевизионный час до 50 минут, все равно останется как минимум 2 недостающих часа. Ибо третья серия вообще длилась 36 минут. Да и первые к часу не приближались на пушечный выстрел. И это мы еще не упоминаем традиционные 10-минутные титры Marvel. Если посчитать по-честному и поверить в слова создателей, можно вообще заявлять о завершающих полуторачасовых эпизодах. Но этого, конечно же, не будет. Скорее всего, пятая серия в лучшем случае с титрами будет идти 50 минут. И если очень повезет, шестая перешагнет часовую отметку. Да и то очень сомнительно. Так что завышать ожидания хронометража не стоит. Но, строго говоря, это не проблема. Ибо, как вы уже убедились, интересного будет много. Ну а если вам была интересна наша болтовня, мы будем рады вашему лайку под видео. До новых встреч, друзья!